пятой серии сериала «Зови меня мамой» у Эммы рождается сын Юрик. Один из друзей Беркутовых оказывается доносчиком. Он требует, чтобы Татьяна рассказывала обо всем, что происходит в доме инженера. Татьяна решает найти Николая, но узнает, что его увез черный воронок. На участке железной дороги, за которой отвечает Беркутов, происходит авария. Татьяна с детьми приезжает в поселок к Антонине. Тетка помогает ей устроиться на работу. Николаю приказывает везти Эмму в больницу. По дороге он рассказывает ей о судьбе ее детей. Антонина едет в Буслайку и передает матери Татьяны деньги. Но на обратном пути она оказывается в одной повозке с Василием, который везет рожать в город свою жену Полину. Посмотреть очередную серию вы сможете 28 октября.